Бальные танцы – это визитная карточка Дома культуры Новоуральске. Каждый год в конце апреля город охватывает ритм танца. И не просто так, ведь именно в конце месяца – Международный день танца и межрегиональный конкурс ансамблей бальных танцев, ставший уже традиционным культурным событием не только для Новоуральска, но и для всей страны. Наш город на конкурсе ежегодно представляют воспитанники студии спортивного бального танца «Дебют». Как проходит подготовка к конкурсу и что нового увидят зрители, узнаем из сюжета Юлии Балдиной. Уже в седьмой раз Новоуральск станет площадкой для проведения главного танцевального события – межрегионального конкурса ансамблей бальных танцев. В наш город приедут коллективы из разных регионов страны. Центром развития бальных танцев всегда был Дом культуры. Именно здесь началась история этого вида искусств. На конкурсе наш город представляет студия спортивного бального танца «Дебют». Евгений Иванов и Надежда Епимахова – бессменные руководители студии. Это вся моя жизнь. Я с детства понимал, что я этим буду заниматься, хотя… Как бы я стоял, кроме этого занимался и физической культурой, стоял на воротах Уральского Синарского трубника, это город Каменск-Уральский, мой родной, занимался еще конькобежным спортом, ну а вот вечерами ходил на танцы, и все-таки танцы меня победили. Я уже в танцах более 40 лет, даже страшно подумать, всю жизнь танцую. Это не только моя работа, это стиль моей жизни. У нас есть ритуал, мы обнимаемся в кучку перед номером, складываем вот так ладошки и на счет три кричим: раз, два, три, дебют, мы лучшие! Бальные танцы – это уникальное сочетание спорта, искусства, творчества и грации, которое привлекает внимание детей с самого раннего возраста. В этом году впервые в конкурсе примут участие малыши 4 лет, те, кто пришел танцевать в сентябре прошлого года. Я смотрел только по телевизору на этот вид спорта. Мне всегда очень он сильно нравился. И у нас стал выбор, куда отдать ребенка, в какую секцию заниматься. И как-то тут так все сложилось, что мы увидели рекламу «Дебюта». Ну и выбор был очевиден. Решили отдать. В этом году студия бального танца «Дебют» представит 6 ансамблей и 7 новых номеров. Второй год подряд в конкурсе будет принимать участие проект «Леди Стайл», который также покажет новый номер. Как делится сам Евгений Викторович, идеи выбора музыкального материала приходят от самих воспитанников. Ребята активно участвуют в процессе подготовки номеров, что делает занятия еще интереснее и увлекательнее. Когда мы их спросили, есть какие-то идеи, что-то современное сделать, латинский номер, они нам говорят: а мы слушаем старье. Я говорю: какое старье? Ну вот они начали перечислять всех, кого слушали мы. Вот. И вот пришла идея, что новый номер у нас будет на музыку группы «Руки вверх». Я занимаюсь бальными танцами 6 лет. Это как мой второй дом. Я сюда могу прийти позаниматься. Место расслабления, где ты можешь расслабиться, открыть себе что-то новое. Седьмой межрегиональный конкурс ансамблей бальных танцев пройдет 28 апреля на площадке концертно-спортивного комплекса. Подарком для всех зрителей станет выступление приглашенных гостей. Formation Вера из города Тюмень. Билеты в кассах ДК «Новоуральский». Юлия Балдина, Михаил Карелин. Объектив «Итоги».